И вот теперь, когда я получила эту роль, вы можете меня проклинать сколько угодно, я не умру. Я даже не заболею. Я ни одной репетиции не пропущу, не забеременею. А знаете, что бывает, когда актрисы беременеют? А? А что, какие варианты? Играют беременных. Играют беременных. О, такое тоже бывает. О, очень редко. Очень. Ну что в театре случается, когда актриса беременна? Ну, простой же вопрос. Все очень рады. Списывают БУ. Это актриса БУ. Со скидкой на Авито. Берите, пожалуйста. Списывают. Так, еще. Все очень рады. Правильно. Да. Все так за нее радуются. Прелесть, какая беременная. Все радуются. А актрисы в театре радуются за себя, потому что они уже прикинули, что из ее репертуара достанется им. Актрисы очень любят, когда в театре кто-то беременеет. А режиссеры? Нет, не любят. Вот моя однокурсница играла в театре на Таганке в спектакле «Добрый человек» из Сизуана роль мальчика. У них там такая традиция, что молодые актрисы играют роль мальчика. А. Но удивительно, что мальчики все время беременели. Прям хочешь забеременеть? Сыграй мальчика. И она не стала исключением. Забеременела. А Любимов, когда она родила, не взял ее назад. Он посчитал то, что она предала его театр, предала его спектакль, предала его замысел. А она... Как вы думаете, что она? А она ничего.